Ну что ж, ребят, мы снова с вами. Еще раз извиняемся за такие задержки, за проблемы. Уже вроде бы как все решили, никаких проблем быть не должно. И мы уже с вами в игре. Напоминаю, что это игра Джейки против 5-бит. Напомню их состав еще раз. Это Нор, Лика, Шейди, Ментал и Иса. И состав команды 5-бит: Манджи, Флэхай ТВ, Нулт, Ваще Сахароки, КС Стайл. Тем, кто нам только присоединился, я лично еще раз с вами поздороваюсь, здрасте. Вот. Ну что ж, уже можно как бы смотреть игру, что-то думать. Уже видим какие-то, я не знаю, намеки нехорошие. Команда Легиона во вражеском лесу, мы видим, как Моа уже завардил вот этот вот крипов. Ну, да, уже понятно, как выстраиваются линии. Будет дабл мид, Дева, Тортик. У команды Хеллборна в Хага соло топ. Свой лес Темпест и Кипер на харде. У команды Легионов это получается... Ну, как я, в принципе, и предполагал, инженер пойдет Драконисом. Драконисом. Ну, мид тут Баблс пошел. И харда получилась у них дабла против Хаги. Это Моа и Юра. Ну, я не знаю... Правильно ли они как-то решили? Может быть, даже лучше бы там или тот же Ра, или тот же... Ну, лучше бы Ран, может, пошел бы на мид к Баблсу. Нет, тот при таком пике будет умирать от Деваура. Деваур очень сильно контрит, да? Потому что... Ну, просто понимаешь, тут Баблс тоже опять... Помним прошлый день, опять он ничего не будет фармить. Хотя, это уже другой Баблс. Там на Баблсе был Абузм, а это уже Иса. Ну, нет, будет ему полегче, потому что тут стан не наводящийся даже, да, если взять внимание. И как бы хуб Деваур тут очень сейчас будет зависеть от скилла команды Хеллборна. То есть как они себя будут. Как они будут себя реализовывать. Но это уже правда. Тортик наводящийся стан. Не наводящийся, точнее, а на местность. И Деваур еще хук. Это вообще рандом, там 50-50 попадет, не попадет. Ну да, то немножко есть, проще, чем все. Да, даже если, допустим, он не сможет увернуться от стана Тортика, то, ну, в любом случае, они его не убьют. А если он попадет и Деваур его выцепит, да, то он за счет своего первого скилла, за счет серфа, просто уйдет. Так как стана больше нету, и Деваур просто вонять будет. Так что в этом плане, в принципе, команда Легионов угадала. Хоть они и будут фармить, но в любом случае бы, мне кажется, команда Хеллборнов, если бы стояла против Ра и Моа, они бы задоминировали эту линию. А так, ну они в любом случае будут фармить, но топ Хага не получит фарму, в принципе, вообще. Ну да, конечно, проблематичнее будет стоять против Ра и Моа. Там два очень хороших стана. То есть после стана Моа, Ра уже, ну, нет проблемы продолжить. Кстати... Снизу у Легионов инженер отводит крипов вообще в лес, чтобы линия повышилась. Не знаю, ну скорее всего он просто вообще непонятно. Драконис вообще непонятно где, что он уходит с лайна и... А, я понял. И он, наверное, вылетел. Он вылетел. Он вылетел, да, да. Шейди на Драконисе. Он просто вылетел. Уже видим лейн вардик от Сахарка на миде. Видим его вардик на верхней руне. Есть вардик от Лики. Тоже на верхней руне. И вот я уже говорил за этот спот. Его закрыл. И как бы Нор даже не пожалел. Купил разоблачающий на всякий случай, если тут завардили. Ну, как бы так. Лучше уже поставить, купить сразу, чем потом тратить время, таскать и не успеть... отвести или еще что-то сделать. Нор? Да, Нор. Нор поставил вардика, что? А, ты про... Разоблачающий, да. Да. Вот, можно пока... Пауза. Посмотреть на нового инженера. Что, собственно, я и сделаю. Не знаю, там обещали каких-то два... эффекта, типа, один эффект за то, что победил Легион, а второй эффект, ну, типа, просто за то, что ты всех собрал.
Лично я тоже, типа, всю коллекцию купил. И вообще никаких эффектов дополнительных на нем не вижу. Не видел. И, то есть я заходил специально, смотрел. Ульта такая же, все такое же. Ну, то есть, вообще непонятно, что с ним делали. Там на том же, к примеру, инженере, который Black Legion, там красивая такая, интересная красная ульта, а тут вообще поленились даже ульту переделать. Я очень, очень сильно огорчен. Очень-очень. Он ушел, но обещал вернуться. Катика. Угу. Может, уже перенесем эту игру, а? Я не знаю. Она затянулась уже на полчаса. Она должна быть уже как полчаса идти, а мы видим только первую минуту игры. Тоже, конечно, бред немножко. Я думаю, сейчас загляну в чат, посмотрю, что там. Там рейдж. Там рейдж? Наверное. Ну, я предполагаю, не смотрю. Да нет, на самом деле. Вот пишет, без Ивана стримит Лен. Простите, имеем, что имеем. Могем, че могем. Что тут еще интересно? Не всегда же Ваня посмертно стримить. Да, да. То его реально уже как клеймо пожизненное на него поставили, то что он должен стримить и все. Да, я же говорю, он вернется на финал, а если вы будете себя плохо вести, то и финал тоже буду стримить я. Наказание. Наказание, да, будете финал тоже в моем исполнении смотреть. Вот так. Как-то так. Угу. Ну, в принципе, больше ничего интересного нет в чате, там какой-то... Какую-то торговлю икрой пишет еще. Вообще непонятно, что тоже какой-то трэш творится в чате. АЦД можно на турнирах использовать. Я знаю о программе АЦД. Нет, нельзя. Ну, то есть, как бы, если выпустят, то дадут по голове, думаю, потому что это... программа, которая вмешивается в игровой процесс. А если вы думаете, что типа у меня она как-то включена, то нет, я ментор, и у меня автоматически так камера откручивается, поэтому... Сейчас ты уже в рефере. А я рефери? Вроде, да. Ну, не, без разницы, что рефери, что ментор, он может откручивать так карту, то есть как бы все обычно видят где-то вот так, ну то есть сейчас вот как у меня камера, а ну, менторы могут чуть больше видеть. Такое маленькое объяснение. Кстати, не замечал раньше то, что Шедди же играл, Зайцов поиграл, еще за кого-то он играл, его там просили. Ну, именно только в Gold Division. Раньше проблем с интернетом не было, сейчас, походу, вообще отвалился. Может, он из Подмосковья? Может быть, да, Подмосковье это... Мы уже знаем, что Подмосковье это уже почти как Казахстан. Все помнят, как офигенно стримил Ваня КМС Казахстана. Нет, я же говорю то, что проблем нету. То есть, если отваливается, то отваливается это надолго. Mm-hmm. А если есть, то. А теперь минутка рекламы. Переезжайте жить в Киев. У нас вообще все классно с интернетом. Вообще никаких проблем нету. У меня там один или два вылета за год. Там на полчаса были и все. А так все красиво и хорошо. Нет, спасибо. Не будешь переезжать в Киев? Нет. Ну, не, могу в Одессу, разве что. В Одессу? А зачем в Одессу? В Одессе ну, а плохой интернет. Да? Да. Ну ладно, тогда у меня вообще впечатление плохое. От Украины. Хорошо. Вот так. Ни за что, ни про что получила бедная Одесса. Не, ну там прикольно. В совокупности. Там прикольно, там был пару раз. Такое. Ну, туда есть смысл ехать только там, знаешь... Тусить, да, то есть летом. Все, больше там вообще ловить нечего. Ну да, я там был в крутых заведениях, неплохо. Да, тебе понравилось? Ну да, нормально. Ну как, блин, после Москвы, по-моему, там ничем уже не удивить. То есть тут на каждом углу, в общем. Ну, тоже неплохо. Он в чате просит серу. Я не знаю, ну, да побалую ребят, что ли. Серебро им выдам. Что?
Я не знаю, что-то у меня команда не сработала. Что за сера? Ну, знаешь, типа в чате пишешь команду winner, и там бот рандомно выбирает. Mm-hmm. Не знаю, что, может, я команду неправильно написал. Да нет, вроде все нормально. Я тоже хочу сер, ребят. Нет, тебе нельзя. Ну ладно. Вот я еще раз написал. Это типа распределение, кому серу дается? Не, там? Не, ну просто такая штучка есть, что это. Иногда в Twitch-чатике тот, кто ведет, ну там кто-то или модератор, или Тёма, или тот, кто ведет трансляцию, стримит, пишет в чате команду winner, и бот mm-hmm. рандомно из там тех людей, которые смотрят, выбирают какой-то ник, и потом уважаемый Артём начисляет ему целых 100 серебра. Целая сто... Серьезная тема. Серьезно, а ты думал? Ну да, недооценивал я серию. Недооценивал. Сейчас сам хочу за эти 100 побороться. Да, мне уже все отраки, которые мне нужны, есть. Даже больше. Даже больше? Это мажор. Вообще, да. Больше 150 аватарок. Это, фу, по-моему... таким быть. Угу. Не, ну тут сколько всего, я даже не представляю, сколько всего, я думаю, больше, ну там, в районе 400. Но, допустим, на тех героях, которыми я играю, у меня все есть, и не по одной аватарке. Там, на Деваури на том же самом, у меня только 6, что ли, аватарок. Тут самих Деваоров просто вообще, как я не знаю, как. 8 их штук вроде всего еще. Да, где-то так, может, даже и больше. Жалко, что у меня Джинчена нету, я не успел купить в период. А, вот, кстати, мы его где-то, на медиум. Да, ну мне больше нравится, допустим, тот же самый зелененький, я не знаю, как он называется. Ну, Рифт Деуар. Или какой? Я не помню. Ну, Рифт, у которого типа хук еще зеленый такой, да, или что? Да, да, да. Ну да. Который у меня как картинка, он какой-то. Да, 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 это Рифт. Его хотели тоже, типа, в коллекцию Рифт. Ну, когда там, помнишь, война Рифт против Хантерс была, хотели его туда засунуть, но оставили и потом. Там уже сервер не выдерживает, он паузит. О, наконец-то сняли с паузы, и мы продолжаем. Ага. Ага, и видим еще одну паузу. Так я же тебе говорю, то, что это сервер снял. А, да? Да. А, окей. Да, это Рифт Деваур, я посмотрел. Угу. Глутони тоже ничего такой, у которой 7 грехов коллекции. Ну да, все кроме одного есть, который Патчворк Деваур, такой болотный чувачочек. Мне не очень нравится. Человек под ником Молочков в твитчате негодует, где Акамай. Я уже говорил в начале трансляции, еще раз говорить не буду, не лень. Захочешь узнать инсайдерскую информацию, скачаешь потом стрим и посмотришь, послушаешь. Вот так. Не, на самом деле тут никакой, ну, тайны, загадки нету. Иван в Сингапуре. Тот, кто знает, где ВКонтакте, вы можете зайти посмотреть на красивые фоточки, которые он выкладывает из Инстаграма. Я уже все жду фотки из Инстаграма, где он там, не знаю, в туалете зеркало сфотографирует. Пью-пью тайм. Няшка. Вот камеру. Как вас зовут? Меня зовут Евгений, можно просто Женя, а тата, его зовут Даня. Все. Это что-то изменило? Да. Не знаю. Теперь нас будут больше смотреть народы и... Не, нас теперь... Будут любить как Ваню. Вот вернулся, кстати, Женя. О, ура, наконец-то. Не, теперь они просто будут знать, как зовут этих самых, которые нудно стримят, понял? Которые, да, говначи, честно говоря. Ой-ой-ой, ты чё, нельзя так. Ну, блин, а что? Общее мнение я просто выразил. Нельзя ругаться. Все, по губам. Всё, наконец-то мы продолжили. Да, мы видим уже тортик, неплохой стандал по Баблсу. В принципе, у мяса ничего не вкачано, он мог бы попробовать. Ну там... Да, ну, перед ним еще фигурировал сам тортик, он дал стан, и перед ним не дал ему даже если хукнуть. Ну да.
Ну, Бамблс все равно, я думаю, ушел бы. Да. Уже как бы не проблема. Ну, я говорю, то есть у него проблем с эскейпом, в принципе, не должно быть. Тем более играет на нем еще Иса. А Иса на Бамблсе хорошо играет, я правда. Да, он как бы вообще в ТММе он себя позиционирует как Эрин, но в компетитив он играет на там хардлайнерах всяких, ну, терпилый. Ну, потому что на самом деле самый сложный рот практически у терпилы. Суициды, да. Ну, обычно это самых... я не буду, конечно, говорить, как у всех, не знаю, там по-разному, но самых скиллов пацанов туда обычно отправляют. Ну, вот такой комплимент только что Иси сделали. Ну да. Не, ну мы все знаем, как Иси играет. Его знают, ценят. Я сам с ними всем играю часто. По крайней мере, играл сейчас уже. Реже играю. Так что... Он не новичок. Нет, я понимаю, но все же я не слежу за его карьерой, к сожалению. Карьерой? Да. Команда Хелборнов. О, только что Кура апнули. Хотел сказать то, что Кура еще ползает. Ну, Легиона уже тоже летает. Да. Ну, у Легиона я хотел отметить то, что у Легионов летает, а у Хелборнов ползает. Есть уже ботл на мясе и есть ботл уже на Баблсе. Так ты сильно крипами пропушился мид? Да, я не знаю, низко. Ну хотя да, как-то так крипы по тауру шли. Целая пачка плюс. Я думаю, выровняется в будущем. Посмотрим, как там по статистике по крипам. 13 крипов, ну так, ладно. Его мы даже не будем смотреть, темпы весной существует, понятно. У мяса 16 крипов. У кипера 10, на то время как у дракониса, который стоит против него, всего лишь 7 крипов. Интересно. И у Бабблса, который на меде, 5 крипов. Ну, не знаю, как-то так. Ну топ пока крипер, это Ра? Да, 21 крип у него. Ну и ГПС самый большой, 309. 300, ладно. Там не ты упал, я надеюсь. Да, мой iPhone. Твой iPhone? А. Ну, я его пытался спрятать, чтобы, если бы оповещения не были, никак не мешали стриму, и вот даже лучше бы не убирал. Так. Ну, блин, лишь бы... Кстати, въезд бы попытались. Ну, вот как-то на меди по Бабблзу. Не, ну, киперу тоже по голове дали снизу. Лишь бы не затянулись вот эти ФБ, как, знаешь, в китайской доте. Нет. Там по 40 минут у них. Серьезно? ФБ нет. Да, это фарм. Тортик забрал на боте регена в бутылочку для мяса. Ну, 40 минут, 40... Нет, я ж... Так, знаю немножко о доте, скажем так, да, но... Чтобы за ней следить, но... Ну, у них это вообще же другая игра, как бы тоже доп называется, ну, просто вообще... А, другая? По-другому сделано. Да, ну, по-другому просто, сделано. Просто моба. Все. Как-то. Да, но они просто на мобах вообще, не знаю, по 40 минут фармятся и выходят там, у них хватило по 10 киллов там за игру, может выйдет, и то это дай бог. Круто. Да, скилл ребята по крипам показывают. Ну я все же надеюсь на ФБ хотя бы до 10 минут. Я не хочу ждать полчаса или сколько там. Ну вот сейчас Бабблс потратил первый скилл. А вот если его сейчас зацепят, то я думаю, ему будет не очень. Аркана. Аркана на темпусте. Да. Неплохо. Ринго в сорсере. Да, за 5 минут. Бабблс идет контроль топ-куну. В прошлый раз она появилась на боте. Конечно. Все что-то будет, может быть, будет что-то у них. Да, может быть. Тортик тоже пришел к Кемпетруну. Да, хаста очень смешно. Хаст забрал, да. Бабблс. Сейчас будет 6-й левел добивать Иса и уже будет пробовать куда-то пойти. Даже может тот же самый лес попробовать. Кипер улетел на топ, и сейчас, может быть, будет какая-то попытка въезда по Ра или
Моа, но им, скорее всего, сообщили, и они вот уже как-то так... Сейчас могут пойти просто команда Легиона снизу забрать Таура, а команда Хеллборн собраться и на топе принести, потому что есть две ульты и у Темпеста, и у Кипера. Да, и у Хаги есть. Ну, то они куда-то уходят. Поняли, что нечего тут ловить. Ну, я бы не знаю, я бы собрался, бы пошел бы пронес бы вышку. Да, скорее всего, это было бы верным решением. Bubbles, что у тебя там с шестым левелом? Девал все покупает Steam Boots. Что левел взял? Bubbles? Ну вот сейчас уже они могут спокойно уезжать, Деваур тоже шестой уже поднялся. Да, да. Если он схватит его ультой, то все, конечно, это будет смертельно для Bubbles. Ну вот сейчас, кстати, он играет с огнем, 200 хп, Bubbles. О, 300. Чуть-чуть изменилось. Ну я не знаю, Bubbles уже, наверное, ходить просто на гангать, роумить. Надо пытаться. Ну и как бы и оставлять мясо стартом на меня тоже не хотелось бы. А он ничего не сделает. Он и так ничего не делает, в принципе, да, там кое-как себе колбу, бутылочку с ботиночками уже набил. Вот сейчас ТП на топ. Да, на топ. Они будут пытаться принять, будут пробовать пытаться принять Хагу. Ну, может быть. Что летит? Ого. Вот хоста. Вот хосту изну. Вот. Они развели ее уже на блинке и, скорее всего, ну она уклонилась от станера. Темпус, где Темпус? Нету Темпуса, далеко он. Конечно, она умрет. И это ФБ для команды Легиона, его взял именно мидер Иса. Кстати, на самом деле, если бы Темпус бы немного быстрее бы среагировал, то пришел они бы могли утонул, бы даже забрать кого-то, да. Они конечно. Бы двоих бы взяли, забрали бы, да, конечно, Тра и Мо. Сейчас они, почему они не пошли дальше, я не знаю. Могли бы попробовать Темпуса взять, он только с одной арканой. 600 хп это не так уж и много. Тем временем ребята из Легиона пропушили Таур на боте. Да, эпичное ТП от Кипера было. То есть он потратил время, деньги, ты не пронес вышку. То есть там был логичный вот вес по Драконис. В чем там дело, непонятно. Снес вышку и все, отходи. Все, и должен был отойти, да, конечно. Остался там фармиться и получил за это по клавесу. Да, пошел бы лучше бы, вот я не знаю, хоть у него и стаков нет, но там да, по два крипа. Немножко оправдала свою смерть. Чуть-чуть. Пошла, убила Дракониса. Угу. Надо было просто... И вот видим, как Bubbles, ой, вернее, Тавар въехал в Bubbles и забрал его. И инженер ничего не сделал даже. Ой, мискликнул. Мискликнул, не знаю, неправильно. Да, не заберет. Прочел. Ну, кстати, если бы он сейчас забрал мясо, он бы получил бы 6 уровень уже, с 4. Да, конечно, мясо-то 8 уровня. Довольно-таки интересное решение. Темпест покупает сразу же накидку плюс магического армора. Это... не знаю. Странно, что ли. Непонятно, почему Нор стоит и сам фармит, вместо того, чтобы стакать Драконису. Приходится самому там отводить. Как же долго он бьет одного. Темпас подходит к мидлайну. Сейчас может что-то будет делать. Нет, он просто дал маны и ушел. Ну пока будет. Мясо уже есть. ПТ. Уже плотненькое мясцо. 1200 хп у него. Угу. Сейчас их могут поймать. Тут стоит Темпас. Если они как-то ошибутся и Темпест их закрутит, то, конечно, очень... И Кипер здесь подходит. На самом деле, Кипер может цепануть своей ультой, а Темпест может продолжить. Вот так даже было бы лучше. Но, наверное, они так и сделают. Или Темпест просто из инвиза будет, крутнет. Хотя там инвиза недолго это висит. В первом уровне. А, уже третий. 30 секунд инвиза. Ну, он вкачал, чтобы просто не умирать снизу. Да, там даже на двоечку хватило бы. Мяснул хуком мясо. Мясо мяснул. Тут-ту-ту. Ну, кстати, рауж тоже плотненький. 1300. ХП у него. Кого, мясо? Нет, ура. А, ура?
Ну да, он Гварти можно фармить. А, неплохо, Хоббл. И ПТ-шечка, да. Ну да, мы видели то, что он на лайне себя очень хорошо чувствует. А ФБ вроде он, да, сделал? Не, ФБ сделал ИСа. А, Баллс. ИСа сделал. Ну, у него 65 крипов, ура. Нормально так. Ну, как бы мы видим уже, Хоббл, ПТ-шечка и Куртышка. Пьес подевал. Пьес подевал, он должен, конечно, умереть. Да. Кипер отвечает им ультой, Хага раскатала свою. Конечно, Баблс пытался зацепить своей ультой, но... Зацепил троих. И неплохо зацепил так. Темпуста рядом не было. Темпуста рядом не было, ему даже крутить сейчас как-то... Деваур сделал байбек, пришел опять на ТП. И чё, никого не убили? Ну, убили Ра, он треснулся ультой и все. Да, печально. Ты думал, понемногу получше будет замес от... Сразу вот, ну, я не знаю, на 12 минуте тратить байбек, чтобы что? Ну, думал, продолжение будет. Ну, тоже. Нет, на самом деле, в принципе, там, честно говоря, был косяк Темпуса, то есть они около двух минут стояли и мельтешили, что одна, что другая команда. В итоге Легион въехал, и Темпус пошел фармиться, и его рядом не было, когда нужно было. Когда его ульт просто был необходим. Ну вот как-то да. Темпус не сделал то, что от него требовалось. Стоило смерти мясу и рейдж выкупу мяса. Торт стакает, теншн. 3x иншейна. Ну сейчас будет, да. И у команды Легионов тоже 3x. А Драконис продолжает фармиться. Ну, в принципе, это верное решение. Зачем ему сейчас что-то делать? Он да. должен нафармиться. Ну, вот у него уже есть ПТ-шечка, Энерджайзер. То есть, как бы, все вроде бы хорошо. Но ему нужен сразу в Шанкин уходить. Ну, он, походу, нуль будет собирать? Да, скорее всего, ну. Зачем? Против Деваур, что ли? Деваур. Стан. Так себе решение. Ну, стан еще этого. Темпста. Тоже как бы, ну. Ну я бы БКБ бы собрал. Ну на самом деле и то неплохо. Можно и то, но просто такая трата денег. 5000. Угу. В ноль уходит. Ну, чтобы просто один скилл за. Нет, ну просто Нолстон дает ему неплохой реген, и он может там стоять и фармить спокойно на стаканный лес, вообще никуда не отходя. Вот. Доминатор можно собрать то же самое. Ну, то есть, это будет постоянный реген, ну ладно, мало. Ну, да, тоже как бы... Можно в Даунбрингер после него сразу тогда уже уйти, и вот тебе будет та же самая мана плюс ХП. Вот вес сейчас будет снизу по... опять. Опять въехали ребятки по Драконису. Молодой на ульту. Но, скорее всего... Все равно умрет. Скорее всего, ты его вряд ли спасет. Он пытается жанглить. Но как-то так, да. Все печально получилось. Успешно. Да, ну, как бы, Кипер дала свою ульту, Хага не пожалела свою ульту, ну, то есть полный рассказ свой дала, и там, после этого рассказа у него там совсем чуть-чуть ХП осталось, и даже красная ульта Моа не спасла его вообще никак. Поставили бы, не знаю, раз он так хочет стоять на линии крипать, поставили бы ему лайнвард, чтобы он видел, когда Хага идет, и чтобы сразу уже отходить. А то у него второй раз такого же ловят. Кстати, Рася покупает Шаман Хедрес. Угу. Тут, ну, это будет барьер, наверное. Ну да, скорее всего. Там дал стан, кстати, и мог поплатиться за этой жизнью на миде. Просто не сориентировался, девал. Хага топ, наверное, пойдет пошить. Ну, я не знаю, как-то получится у нее это или нет. И, скорее всего, должен помогать какой-нибудь Темпост. Тем временем инженер все еще не получил свой 6-й левел. Ну да, по сути, у команды Хеллборнов-то пуш тим. А пока они проигрывают две вышки. Угу. Видим, знаю, что Темпост он же купил себе меху. Меху. Стреля бы, короче. Ну да, надо идти уже нести. Ну, то есть, да, он может еще купить себе там какую-нибудь бацилку. Чтобы вообще прям все шикарно было.
хотя она ему так и не шибко жмет. Команда Легиона, кстати, может сделать. Кстати, оперативно пришли Легион. Угу. Да, сразу же сориентировались, что будут пушить бот. Накидочка тоже у Деваура уже, Шаман Хедрос появился. Полная? Ну. Да. Ты сказал, ну, накидочка, я думал, что за 500. Шаман Хедрос. Угу. Нет, нет. Шаманка, окей. Пока на баблзы. Пока на баблзы. Ну, в принципе, 16 минут, да, на баблзы. Есть инвиско в бутылочке. Угу, да, вижу. Что-то попытаться. Еще полторы минутки. Ну, в принципе, сейчас могут, по крайней мере, одну вышку точно забрать команды Хеллборнов. Это, допустим, на себя на центре отвлечь внимание, пока Хага будет нести топ-вышку. Могут. Ну, да, самой ей будет это долго. Это нуль будет на Драконице. Да. И сразу же Иса прилетел дефать топ. Ну вот как-то оперативно хорошо все делает команда Легиона, сразу же пытается задефать свои товара, не хотят отдавать ни один из них. Молодцы. Ну да, и это у них нормально получается. Вместе с этим они еще и фармят. Ну да. Постоянно. Ранее плохо подфармливается. Сейчас в инвизе Деваур может попробовать. Вот инженера просто хавать. Сейчас попытались ехать по темпосту, и скорее всего нет. Темпост хиляется. Мясо просто за одну ульту съело инженера. Помахнулся хуком. Ну, не знаю, это было так себе решение уже. Я так смотрел, то что по инженеру было правильно въехать, да? Угу. Но у него потратил ману всю, как бы, то есть у него не хватало на ульт. Можно было въехать, скушать Деваура. Ультует дерево, зацепил и Дракониса, и Ра. Ультанул еще и Темпост. Дракониса убили. И Моа просто сдуло ультой. Как-то... Теперь не успел отойти, Ра возродился и убил двоих. Сейчас еще одного убьет. И троих, как... это уже трипл. Какой-то непонятный. Непонятно как-то они замес. Я думал, явно будут выигрывать это Хеллборн. Я тоже так как-то... 3 килла, 4. 4 человека погибло за двоих. Не зря Ра фармился столько времени. Да, да, да. То есть он довольно-таки плотный, 1600 хп. Дизнула команда Хеллборна Глиф. Вот уже 3 в 0 по турам у него выходит. Угу. Ну и маленькое преимущество в золоте, такое средненькое. Не маленькое, средненькое, 4000 в золоте, а опыт пока поровну. 460 ГПМ ура. Неплохо. Фармящий ура получился. Там где-то далеко Драконис, его даже баблос перегоняет. Барьер. Барьер, и сразу будет он выходить на сердце. Он уже барьер забыл, да? Да, барьер у него полный есть, и он купил себе за 1100, как он, видимо, нет. Ого, я понял, сердечко. Да, Бисхерт. Бисхерт, да. Лайт бренд у Хаги появился. Ну, 1900 хп и барьер, и плюс уменьшенный урон за счет хобла и ульта. Ра стал очень плотным, и теперь въезжать по нему становится практически бессмысленно. Так они не въезжали, они его так цепляли, просто но все равно... Цепляли, да, ну убили его, хорошо. И при этом кипер, я не знаю, что он стоял, ворон считал, не успел отойти, Ра взорвался при возрождении, его просто этой волной сдуло, и все. Да не рассчитывал явно кипер на такой дамаг. Хорошо забирает бабл. Неплохо только что бабл заявил скилл арта. Ну, хоть я и ставил как бы на GK, да, но я думал все же early game, там до 30 минуты будет игра за командой 5-bit. 5-bit, да. Uh-huh. То есть, потому что масс ульт, но что-то никак они это не помогает, им, то что у них есть 4 массовика, по сути. Массовик затейник, угу. Да, ну как-то не знаю, не справляются они со своей задачей. Ну, и вот по-любому... вот что-то темпост непонятное, просто несколько замесов делал, он мог пару раз крутнуть, и это уже было бы как-то больше в сторону Хеллборна какой-то перевес был. А так, когда был вот здесь под Т1 на миде замес, он бежал-бежал и не успел никого крутнуть. Бабус уже так, кстати, себя тоже не ограничивает в итемах, у него появляется, он будет себе собирать, скорее всего, кулдру после ПК сейчас. Ну, может быть, да. Безуспешные какие-то действия у команды Хеллборна. Прошли по антиварду в инвиз, в инвизе прошло. Да, да, Драконец-то увидел. А вот Bubbles, я не знаю. Нет, там инженер мимо пробегал, он даже не пошел там.
А вот сейчас может быть какой-то опасный момент. Баблс, конечно, заэвойдил ульду неплохо. Видим сразу же две ТПшки на бот. Сейчас будет забирать мясо. Конечно, мясо будет умирать. Он уже никуда не денется. Инженер поставил свою ульду. Все, что могли, в него дали, и его убили, конечно. Да, Ра вообще жесткий антипушер. То есть у крипов за два скилла снес всех. И Темпуста, и Кипера. Что? А, и Хага умирает от крипов. Я не знаю, это она специально или случайно, я просто не наблюдал. Как специально-то? Умирать? Ну, это не знаю, проживал какой-нибудь. Расстроилась, или я не знаю, там, переиграла на Rift Wars, думала, может ей там сейчас новые крутые скиллы дадут, да? Да, может быть, кстати. Не, на самом деле я не знаю, что. Ну, скорее всего, просто там, я не знаю, или залагала, или задумался. Я не знаю, они, в принципе, это вообще нечем лейт тащить, ну, Хага, ну, я не знаю. Сейчас мы видим, как команда JK заходит на хайграунд, и им пока никто даже не думает мешать. Сейчас подходит тортик, мясо. Будет что-то делать, мясо мог только что вытащить, но Драконис хорошо отошел. Да, вот этот еще, конечно, ульт был в одного Баблза, это очень веселый. Ой, хорошо. Ра, Кипер, конечно. Кипер ТП-шится. Ага, это Хага был. Потратил свою ульту. Кстати, нормально за... И, скорее всего, Ра уйдет. Засейвил инженер Дракониса от Хаги. Ну, я думаю, все же Ра уйдет. Я тоже на это сильно надеюсь, его сейвят всеми способами. Вот он и зря сейчас... Да, зря. Лучше бы он шел дальше, он получил стан от Темпеста и умер. Ну, на самом деле, у него все равно дела идут лучше всех. 485 ГПМ он имеет, 2500 на кармане. И не за горами топорик для сердца. Да, кстати, нуль на Драконисе. Ну, наконец-то. Сейчас, ну, правильно делать, хоть попытаются хоть одну вышку забрать. Ну, конечно, они ее заберут. Легион даже не попытается ее дефать. У них, в принципе... Они пошли просто Т2 на миди и на топе забирать. У них есть глиф у команды Легиона, но они его даже не будут юзать, потому что это бессмысленно. В принципе, они могут пойти дальше. Скорее всего, они это и сделают. Но этот таур уже, конечно, надо задефать. Отдавать его тоже как бы не хотелось. Ну, Драконис на топе. На, все это 3 ТПшки на топ. Тортик не отдается, я не знаю, что он делал, он видел то, что Bubbles 15 левел, у него был реген, но он его, правда, сбил. Зачем стоять, что-то пытаться. Вот, кстати, сейчас Хага убьет инженера. Толкалочка есть у инженера, он себе собрал таблеточку. Тортик, как-то непонятно отдался тортик, потом остался инженер вместо просто того, чтобы отойти, естественно. Я просто провтыкал этот момент, я залипал в чат. Там что-то по-английски пишут. Я пытался понять, что от нас хочет зарубежный друг. Ну, вот ты понял? Да, не, на самом деле я его мыслью понял. Он пытается донести до нас мысль, что нам что у нас монотонный голос. Ага. Ну, типа, нам надо повышать, понижать уровень. Ну, не знаю. Ну, он, да, сразу он сакаст с инта. Там очень-очень они как бы эмоционально. Не, да. Опять же таки, сравнивать нас с какими-то прокастерами с инта. Ребята, извините. Еще не тот уровень, и он еще не скоро будет, конечно. Ну да, по сути, мы без опыта были. То есть, ну, я, да, по крайней мере, скажем так. Да. Не то чтобы совсем без опыта, но... Это просто попытки. Угу. Вон, я уже вижу ответ наших бравых русских мужиков. Богатырей. Богатырей. Они ответили это фразой «Американцы приперлись». Видели, как неплохо только что въехали по Драконису. Инженер задефал ультой. Темпост крутил только одного Дракониса. И это сразу же минус Темпост, Драконис. Ой, вернее, Темпост... Мясо и тортик. Кстати, причем у Легиона опять же, никто не умер. Опять же, отметить игру Иссы. Он опять заэвойдил ульт. На этот раз он не Кипера, а Темпеста. Он его цеплял, и он в серф ушел и ТП-шнулся с помощью ПК назад. Окей, отошел в красавчик. Да, он, кстати, на самом деле на 150% отыгрывает эту игру. То есть он вообще очень классно ульты джукает. Угу. Ну, у меня такое подозрение, что игра уже скоро будет заканчиваться. То есть мы видим уже почти 9500 перевеса в золоте, 5500 перевеса в опыте.
И это уже ощутимо на 26-ю минуту. Ребята уже очень хотят захватить на хай-граунд и заканчивать эту игру. На самом деле у JK сегодня очень нелегкий день, потому что у них три игры подряд. Вот, просто три игры подряд, три часа, а даже больше не отходить от компьютера. Сердце нора. Это очень проблематично. И у Bubbles сейчас появится еще... Шипстик? Удра, да. Не, на самом деле, я же говорю то, что если бы они выиграли early game, mm-hmm. опять въезд по драконису снизу. Дал ему Моа синюю льту, как бы в принципе задумка была неплохая, он почти разобрал кипера и хагу. Ну, надо было краснику давать. Краснику. Красника тоже пиво не спасла, я думаю. Ну, одного бы забрал бы. Одного может быть, да. Ну, и, допустим, даже если бы предположить такой уже исход, как бы испугалась бы, просто ушла бы на блинки, кипер бы остался один, и он бы забрал. Точно. Ну, драконец. Не знаю. Опять же такие, все эти факторы, если бы, так бы, я не знаю. Ну, опять же, кстати, третий раз его на боте, по-моему, уже или четвертый уже разбирают в соло, он опять остается и фармится. Вот, да, он как бы, вроде бы он постоянно фармится, а все делал за него Ра. То есть он просто офигенно нафармился, ему осталось совсем чуть-чуть до сердца. Он сердце собрал себе уже. А уже есть сердце? Да, у него рецептик на базе валяется. А, окей, я просто этого не видел. Просто я же говорю то, что у них должен был быть early game за команду Хейлборнов, да? То есть у них был бы, если бы у них там выигрывали по XP, по... Опять же, это если бы... Ну, в общем, я думал то, что выигрывает early game команда Хейлборнов. То есть mm-hmm. будет и пуши за ними, и все, они будут превосходить по голде, и команда Легионов будет играть просто АДФ и фармиться. А тут и получается... Получается и пуш... все наоборот. Пуш... Нет, тут вообще не так. Тут, то есть они даже и в принципе и не фармятся. Ну хотя нет, они фармились, да, все это время, но это результатов никаких не дало. То есть как-то все не так. Должно было быть, я думаю, и сами команда Favbit понимают, что что-то они делали, да не так. Там тот не дошел, тот пофармил, не надо было, допустим, ему не хватило одного ульта. Уже есть ульта у Темпоста и у дерева. Но мы заметили то, что в замесах за счет барьера Атра их ульта, в принципе, ничего не коцает. Ну да, скажем так. Ну, как бы ульта дерева и Темпоста, она, по сути, не должна коцать. Ну так, она коцает, но не шибко-то и много. Просто есть ульта у Хаги. Нет, у них не хватит уже просто урона. Нечем убивать того жара. Он будет просто заходить на хайграунд, бить вышку и въезжать по нему, это бессмысленно. Ну да. У него уже почти 3000 здоровья, куча регена. 45 регена у него. Это просто дофига. Сейчас счет выбьют, они, так понимаю, дадут, скорее всего, Шеди. Как-то нет, Хеллборн не хочет просто так отдавать. Сейчас мясо попытается кого-то вытянуть. И тут мы видим, Ра просто как через уровень приезжает к мясу. Мясо этого явно не ожидало. Вообще ни разу. Кстати, первая вышка у команды Хеллборну. А, нет, не первая. Нет, они же еще на Медее, да, это третий уже. Въезд по Темпосту. Темпост, конечно, будет умирать. Ответил кипер своей ультой, инженер поставил свою, Темпост попытался, я не знаю, нет, он не крутил даже. И все ребята из команды Хеллборна очень быстро так попадали. Хотя Бабблс такой не создался. Бабблс опять заявозил ульту кипера своим кавером. Бабблс вообще красавчик, смотри, с каким хп убежал. Красавчик, я у меня уже язык говорит, пожалуйста, заканчивайте эту игру, дайте мне отдохнуть. Да нет, ну все. Тортик ушел с 20 хп. Все предельно ясно. Тортик убежал с 20 хп, я просто был в панике, я не знаю почему Bubbles, имея первый скилл и ПК, там ему просто вот так вот сюда вот так вот прилететь по Шурику и нет, ПК у него не было, я в защиту, кстати, токена не оставили Драконису, сейчас будут его охранять. Bubbles... В защиту Bubbles скажу то, что он юзнул все въезд по тортику, просто его с тычками сейчас забьет до смерти. Что мне тортика жалко. Uh-huh. И он предпочел пойти не за тортиком, а ТПшнуться за Хагой на низ, и он убил Хагу. А, вот так. Хорошо, тогда он оправдан. Да, то есть тортик-то здесь вообще не мейн роль. Далеко. Рася покупает. Господи. Сашу, это Айсбренд. Ну вот, я так понимаю, будет, скорее всего,
выход на Фрослов. У кого? Ура. Ура. Ура, ура. Еп. Я понял. Как-то так. Дара здесь вообще просто отыгрывает, там не то что на 150%, на 200%. Что-то нехорошее отвалится, творится. Промахнулся хуком по своему девалу. Да? Да. Попытался его вытянуть в кулдре, пока он был. Но Темпест заевоидил его скилл. Легион хотел въехать. Я даже не знаю, блин, в лесу? Там они по сути уже по Т3 их там, да, чуть ли не разбирают вообще около своей базы. А тут сейчас еще и смотри, пытаться как идти. Загулял ментал. Там, да? Как бы нет, я понимаю, что у него есть ульта, он плотный, но как-то он все равно... Его... Команда рядом, то есть... Нет, они рядом, но если что, они будут как бы долго так идти к нему, и может даже ульту ему успели бы сбить. Не-не-не-не-не, тут все нормально. Я да уже он настолько жирный, то что, мне кажется, за месяц ну, да, один пятерых еще троих заберет. Оп, видим, как мясо притянуло Дракониса, но... Инженер поставил свою ульту, Хага задула своей, Темпест крутит Моа и Инженера. Ну, как бы, их забрали, окей. Самых полезных. Ра сейчас, скорее всего, да, он потратил свою ульту, но при этом погибли практически все. Сейчас остался еще будет Темпест. Догонять его. Да, догонять будет. Скорее всего, это уже будет консиль. Да, это 5 в двоих. Ну, они выбили токен, но Ра убили, но это уже ничего не изменит. Ну, в принципе, выкуп у Хаги и у мяса есть, но они ничего не решили. Но не хотят они пока сдаваться. Там через 10 секунд появится тортик. Дизайн глиф. Тоже бессмысленно. Да. Ну, ребята из Хеллборна потеряли лайну. Остался только оранжевый барак. Опять же таки, я наблюдаю, как в чате наши заграничные ребята, которые говорят не по-нашему, негодуют. По поводу наших интонаций? Ну да, типа уже он говорит что-то насчет звучания. Он спрашивает, все ли русские так звучат, если вот так вот дословно как-то переводить. Пойду посмотрю, что там потворится. Да ладно, забей. Буду разбираться, защищать нашу нацию от всяких внеплановых иностранцев. Не, чё, все классно, просто я не знаю, что забыл вот этот парень, их там даже несколько. Видим, как кипер ставит свою ульту, по нему сразу же отвечает станом Моа, инженеры и Моа, конечно, сразу же умрут. Уже труп Моа крутился, мой Ра сейчас, конечно, я думаю, он умрет здесь. Да, потратил ульту и умрет. Загуляли ребята втроем. Инженеры Моа, они вообще очень какие-то, ну, я бы не сказал, что они какие-то плотненькие, жирненькие, там, по 900 хп у каждого. Я, кстати, как раз был замес, я отвлекся. Вот, ну вот я же тебе рассказываю, то, что Моа и Инженера сразу сдули, а, конечно, с ранее поборолись, там, пока ульту сбили, опять его убили, то есть, ну, такое. Долго они его, конечно, били, но все же ребята как-то почувствовали силу и загуляли. Но все равно у там у Дракониса есть 2000 на кармане. 500 ГПМ он имеет. У него есть геометрия. Ну, я не знаю даже. Мне кажется, им надо раз 10 ошибиться подряд, чтобы что-то исправить. И то, наверное, это ничего не изменит. Ну, блин, не знаю, слишком большое преимущество. 3500 здоровья на Ра, и мы видим, как Иса покупает ребра на Баблса. Довольно-таки интересное решение на Баблса покупать ребра, ну пусть будет так. А...
Заграничные ребята продолжают развлекаться в чате. Ну, там, кстати, да, иностранцы ассоциируют наше «прости». Да, не да, буду да. произносить вслух какое слово. Он... Тем временем Темпос закрутил аж одного Ису. Его убили. Инженера СМО, конечно, тоже. Они как Кенни, они прямо вдвоем умерли сразу. Кстати, сейчас еще будут умирашки делать. Драконис. Как Ваня говорит, драконис. Да, я думаю, тоже его законят как-то. Ну, что-то начали фейлить загулял. Команда. Опять-таки, Легион. его не было, когда нужен был. И, я не знаю, они его вряд ли, конечно, убьют. Сейчас... Кипертруп. И сейчас еще мог... Нет, Хагу. Кстати, Фросвул собрал себе... Рам. Скади, да. Окей. Нет. Была попытка, а сейчас, я не знаю, если бы он пошел, может быть, он даже и успел бы ее цепануть. Да нет, там не хватило бы очень далеко. Думаешь? Да. Окей. Там даже если бы он кинул сквозь хайграунд, да, сквозь текстуру, угу. просто бы не хватило бы рейнджа до стана, и за счет второго бы, я думаю, вряд ли бы забрал. Ну, пусть будет так. ПК на темпусте. 38 минут. Не, ну в принципе, да, то есть, если они будут вот так вот выцеплять по одному и переключат свой фокус, допустим, не на инженера какого-нибудь там, а на там Баблза изначально, чтобы он. Ну, Баблза уже просто там все супер, демоник. Опять, даже не ура. Опять вопрос. Не знаю, не вопрос, а как такое из чата опять. Кто-то зацепился за то, что я сказал, что я устал. Я устал просто от того, что эта игра немножко затянулась, а так-то стримить мне нравится, и все весело и хорошо. Насчет выбора, я не знаю, Акамая, кто он поставил на место себя, я не знаю. Меня. Тебя всякими способами пытаются отсюда выкинуть, да? Я не знаю, ну, как-то ребята по чуть-чуть негодуют. Ну... Вспомним вчерашние игры, вчерашний чат. Неплохо там отвечал Шелостелс. То, что если вам не нравится, не смотрите. Просто вас просто никто не заставляет. Не нравится, не смотрите, все. Ну да, конечно, все с опытом придет. Вы же тоже там, не знаю, в своих профессиях не были, допустим, какими-то асами изначально. Есть, конечно, прирожденные какие-нибудь стримеры, да, там, у которых интонация, там все есть сразу, но. Как Акамай, например. Допустим, да, у всех же тоже есть испытательный срок, там и так далее, допустим. Просто себе надо зарекомендовать, а дальше мы уже будем, да, там, за счет своих амбиций, там и так далее. Вот это просто вам, должно прийти вам со временем. Такое маленькое предложение, верьте в нас, в частности, в меня. Да, свечку ставьте просто за нас в церкви. Желательно правильное место. Маленькая такая шутка черная. Ну, вернемся к нашему стриму. Видим, как уже Легион продолжает заходить на хайграунд. Мясо хукнул Моа, его задефали ветрами. Дерево влетело, она пока поставила свою ульту. И мясо вообще просто ничего не смогло сделать. Так, неплохо утонуло. Неплохо. Окей, но пока умер только инженер и Моа, как обычно. Баблс, умирашки! Баблс, хорошо, но Ра и Драконис неплохо нарезают. Ну, очень на самом деле, конечно. Сколько выжило-то у команды Кэлборна в Хага, там вообще дралась с последних сил. Ну, вот сейчас Темпост умрет. И умрет Ра. Ну, Ра, да, я думаю, его Хага... За счет Хаунта, да, вытащит. Не, ну сейчас еще Темпост пришел, дал ему станчик. Тортик. А, да. Ну, задефали свои бараки, команда Хэлборна. Ну, Таура пала, да, ну, вернее, там Таура даже не было. Ну, неплохо. Камбэк такой, да, маленький, у Хеллборна. Маленький, да, совсем. Да, и Хага, кстати, оверлевел стала. Она собирать будет сейчас, она собрала книжечку, БКБ у нее, и она будет собирать, скорее всего, тоже Фросвул себе как Ра. Что ты там пищешь? А, да, не, Тёмовская, писал. Организационные вопросы, маленькие. Четыре тысячи отыграли они после этого записа. Опять пока перерывчик. Тому же парнишке, отвечая в чатике, он уже придирается не ко мне, а придирается к
То, что камней. У меня стоит мод, который отображает радиус вышки. Я уже спрашивал у нескольких людей, мешает ли это действительно в стриме. Ответ был получен, то что они вообще никак не мешают, это вносит некоторую информативность. У нас не все проигроки, не все знают радиус вышки, и оно, я не знаю, чтобы вот этот кружочек сильно как-то мешал, нет. И это не читерство, ничего, моды разрешены, просто... Затянулась, конечно, игра, это очень насильно, там уже как 20 минут должна идти следующая игра, JK против Камов, и, конечно, уже 42 минуты это идет. Я думал, конечно, что эта игра закончится до 30 минуты, рефрешек на кипере. Ну да, как бы просто команда Легиона начали сами фейлить немножко, да, и если бы, ну как бы в любом случае, я сам знаю, играл как бы, да, в турнирах, знаю то, что когда даже если ты видишь свое преимущество, и вот такие начинаются камбэки, у тебя какой-то, ну, в голове стоп начинается, и ты уже думаешь, блин, надо поаккуратнее играть, ну, и да, может, да, там еще где-то подфармить там или еще что-нибудь сделать. И игра немножко так замедляется и останавливается. И начинается уже такое мышление, как бы, да, надо выцеплять по одному, допустим, одного выцепить и уже идти там, допустим, Конгара убить и уже точно пушить. Или там, ну, как-то вот так вот пытаться, ты уже своим саппортом говоришь, да, надо поставить варды и просто поймать одного-двух, и потом уже можно спокойно идти. Вот, кстати, смотри, они что-то так делают. Сейчас могут кипера словить. Они юзнули пуль, но он уходит на ПКшке. Пуль его даже, по-моему, нет, задело. Вот, то есть уже опасение такое, знаешь, игра уже начинается более осторожная и такая продуманная, нежели чем безбашенное вот это преимущество начинается превращаться... Но все равно 13 тысяч золота и 12 тысяч опыта трудно будет Хеллборна отыграть. Вот у них, ну, нету таура на боте, у них нету... Только ранжовый барак на топе остался. Если сейчас они потеряют бот, и, ну, это уже будет почти фатально. Команда Легиона заходит на Конгора. 5 бит пока думают, что им с этим делать. Надо дефать. Не, да, конечно, нельзя отдавать. Здесь тут, мы видим... Тут как... просто надо быть аккуратным. Очень интересно, Хага, я не знаю, что она делает. Она решила подфармить, пока она их обходит. Или... Сзади, да. Да, ну как бы неплохо. Кипер въехал со своей ульты. Хага дала свою ульту аж по двоим, по-моему. Неплохо крутит троих темпост. Сразу же выключает Девор своей ультой, получает по нему шипстик. Моа задефлился ветрами. И в то время как Ра и Драконис просто уничтожают все, что двигается. И это минус 5. Ну вот, инженера. Я только хотел сказать, то, что им по-любому надо было дефать, но это бы ошибка, просто стоила бы им игры. Хотя неплохо. Кипер дал две ульты. Хага плохо ульту дала. Да, она дала одну ПКБ. Ульту. Она в одного человека пошла, то есть в двоих, но один юзнул БКБ, то есть в одного, считай, дала, да. И это уже... Хага выкупилась. Окей. Темпост тоже есть. Но, я не знаю, темпост умрет. И Хага еще, возможно, уже будет. Нет, ну выбил токен. Есть токен. Ну просто сейчас поплывут все три линии. Они сейчас сносят мид, идут на низ и потом просто... Ну сейчас тортик появится. Там даже сейчас они не нужны на топе, смотри, сейчас крипы просто... Да, крипы сами заберут ранжовый барак, конечно. Да. И это уже минус две лайны. Да, это печаль. И сейчас будет падать третья. Кстати, Лика, который играет на Моа, собрал себе ветерки, которые... Да, он себя уже пару раз дефнул себе ветрами. Так шипстики, так с нами было. Вчера, да, молился на эти ветра. Моржик, да, очень хотел ветра. Услышали его. Все, мега-крипы. Угу. Ну и все. Поздравляем команду JK. Да, первая игра, первая победа, ну и... Неплохо ребята начали, конечно. Я до конца игры верил в команду 5 бит. Они хорошо себя показывали, но все же команда JK оказалась сильнее. Буквально уже с минуты на минуту уже начнется следующая игра. Оставайтесь с нами, все будет хорошо.